На территории многофункционального комплекса «Северное Нагорное» в преддверии Дня всех влюбленных стартовала праздничная акция, приняв участие в которой, одна счастливая пара сможет выиграть билеты на романтический уикенд. «На волнах любви» – название праздничной акции для влюбленных парочек, которую запустили «Лав Радио» и многофункциональный комплекс «Северное Нагорное». Посвящена она, как можно судить по названию, приближающемуся 14 февраля. Да, все верно. «Лав Радио» – это вообще радиостанция про любовь, про чувства, про отношения. И мы в эфире нашей радиостанции очень часто проводим акции, розыгрыши. Но так как этот год объявлен в России годом семьи, мы решили выйти за рамки радиоэфира и провести такую локальную акцию в торговом центре «Северное Нагорное». И чтобы в ней приняли участие не только радиослушатели, но и все жители Мурманской области, которые с 10 по 18 февраля посетят этот торговый центр. До 18 февраля влюбленной паре нужно сделать селфи в зеркальной фотозоне на первом этаже Северного Нагорного, выложить фото у себя на странице ВКонтакте с тематическим хэштегом. 19 февраля организаторы акции отберут фотографии участников для голосования в группе «Регион 51». Там и определится победитель, который получит главный приз – «Свидание мечты». А это ни много ни мало выходные в загородном доме, билеты в театр, букет цветов и возможность рассказать свою историю любви в эфире «Арктик ТВ». Фотки сейчас отредактируем, их отзеркалим обратно и да, будем участвовать. Да, мы будем участвовать в акции, обязательно пришлем фото. К Дню всех влюбленных относиться можно по-разному. Можно праздновать, изобретая творческие способы, как удивить свою половинку. Можно не придавать этому дню особого значения. Однако все согласны, что приятно получать внимание и подарки от своих любимых. Каждый год я очень жду что-нибудь прекрасное от своего любимого мужа. Например, цветы. Да, дорогой? Долгожданную, да? Да, да. Отмечаем по возможности, да, в зависимости от работы. Поздравляем. И поздравляем друг друга. СМС-очки обязательно со смайликами, много сердечек. Мы уже давно вместе, больше 10 лет. У нас уже двое детей. И очень крепко любим друг друга. Вот и весь секрет. Да. Партнерами акции выступили свадебная студия «Ван Дэй», база отдыха «Голубая бухта», сеть магазинов «Профкосметика», школа иностранных языков «Capital School Center», «Сушивок Мурманск», студия эстетики тела и ногтей «Сахар и воск».